Вот загрузили наш чудесный любимый прицеп. Два карта. Едем только вдвоем. К сожалению, только два роток с Макс Мини. Расположили их сверху. Задом друг к другу. Здесь у нас в прицепе живет резина. Ящик с инструментом. Дальше привязано сбоку от финского шатра 6х4. Стойки. Здесь тележки сложены, две канистры. И тут всякий трешак, тряпки, швабры всякие, коробка там в ней, чайник внутри, мультиварка. Тут вот в мешке лежит крыша и стенки от шатра, канистры. Короче, в общем и целом, весь этот трэш располагается снизу. Теоретически в нашем прицепе можно вести 4 карта. Но тогда все вот это вот барахлище нужно будет отдельный прицеп грузить. Это бегемот, с рулем которого я обычно что-нибудь болтаю. Сегодня четверг, 25 мая. Мы своей компанией собрались ехать на кубок Атрон. Мы любим эту трассу, она нам очень нравится. И, в принципе, одна из таких доступных для жителей нашего города, картингистов нашего города трасс, в плане доехать до нее без каких-то там адовых скачков с прицепом там вот по таким буеракам, и в плане развития гонщиков именно трасса шикарная. И как мы хотели поступить, в принципе, что Виктор Николаевич, что я, мы не имеем такого прям рабочего дня пятидневного там с 9 до 6, я не знаю, поэтому мы можем как-то варьировать свое время для того, чтобы посвятить его картингу, гонкам. Вот. И опять же, все равно получается какая-то хель. Мы планировали сегодня выехать утром. Прицеп уже загружен. Но время уже первый час, а я еще корячусь. Еще только отвез свои запчасти. Корячусь из Данилова в Ярославль обратно возвращаюсь. Вот. Сейчас еще ехать домой, собирать вещи. Короче, выедем мы, может быть, только в час. Поэтому меняется сразу на ходу у нас вся тактика. У нас была какая-то тактика, и мы пытались ей придерживаться, но она меняется прямо на ходу. Поэтому мы, скорее всего, приедем, бросим прицеп, поедем ночевать, и с утра пораньше прицеп расставим шатер, разложим все наши причиндалы, чтобы успеть начал тренировок. Такой план действий. Блять, еще только первый час, а мне ехать еще 500 километров с прицепом, да? И я уже устал. И это какой-то пиздец. Но вот так вот всегда, так всегда. И мы постоянно в каком-то вот находимся вот этом вот... Вот эта движуха, она приводит к тому, что остается только вечером... Ощущаешься, как будто целый день разгружал какие-то вагоны. Дети тоже никакие. Но такова жизнь. Мы не можем позволить себе выезжать в понедельник, всю неделю кататься, там гостиницу снимать. Нам надо деньги зарабатывать для того, чтобы тратить их потом вот так вот на картинг. Такие дела. Посмотрим, сколько народу будет на этой гонке. Вроде как не очень много собирается людей. Ну, главное, мы едем туда. И это главное. Саша, поднимаются. Подними руку вверх в знак того, что только, ты... Тут только нос торчит. Что ты не этот... Что ты не труп. Что ты не овощ. Вот мы едем на соревнования в город Рязани. Рязань. Первый этап, этап Кубка Атрон. Мы везем с собой всего двух пилотов. Мы везем с собой кота. Чижика собаку, Петьку забияку.
обезьяну, попугая. Вот компания какая. Да, сейчас я еще тут договорюсь. Вот вырезаться впереди идущий автомобиль. Везем с собой двух пилотов. Это Лылин Александр, Rotax Max Mini. Но его здесь нету. И Ефимов Александр, тоже Rotax Max Mini. Стоим в какой-то пробке. Переславле тут что-то какой-то кошмар происходит. Едем долго. Возвращались. Забыли документы, прицепы и датчики. Датчики. Да, пришлось возвернуться. Но это не страшно. Это всю дорогу идет дождь. Замечательно. Какие-то гомосеки. Да, гомосеки, блядь, обочечники. А, со встречки даже. Со встречки, да. Здесь пробка гораздо больше. Ой, да вообще, что-то вообще за горизонтом скрылось. Блин, когда же мы приедем? Ну, когда? Не скоро. Что-то только начинается. Что-то 320 километров впереди, да? Где-то так, да. Началось в колхозе утро. Чего? Ничего. Виктор Николаевич там бегает, похмеляет. Вот так вот мы расположены. Участников немного, в основном все расположились в боксах. Палатка пока только наша одна. Вот это Рома Мотов. Там парни череповецкие. Погода пасмурная, но вроде как дождя пока не видно. Установил камеру на место. Сделал на длине хитрый подвесон в машинных блоках. Сейчас покажу. Опа. Вот там такая конструкция. Это чтобы высокочастотную вибрацию убрать с ним. Посмотрим. То уж больно на раму крепил. Очень плохое изображение получалось. Даже хуже, чем когда просто на лопате. И напрямики это не догоняет. Rotax Mini, Rotax Mini. Девятого, суббота, и здесь пошел мощный дождь. Ушел ранним утром. Вот. Но кончился, поэтому до 10 часов начала тренировок есть вероятность, что асфальт просохнет, потому что ветерок такой довольно-таки свежий. Из палаточных участников у нас практически только мы и Касимовский. Остальные, в принципе, разместились в боксах. Что говорит о том, что количество участников совсем немного. К сожалению. Вот. Сонный боец. Виктор Николаевич, скажите что-нибудь. Вкратце. Погоды сегодня стоят не очень. Дожди, сыро, противно. Все, что я хотел донести. Какие прогнозы? Прогнозы? На день. Погоды или... Ну, вообще. Оптимистично. И это главное. Александр, что вы собираетесь сделать в изменившейся ситуации? Что? Правильно. Главное улыбаться. Все.
Савелий, ты что творишь-то, дуралей? Вот, и фото входи. Да. Господи, 7 человек не могут никак разобраться. В это время уже Савелий и Казаков лидируют в зачете. С тем флагом он их останавливает. Да, печально. Thank you.
Голицын, Голицын. Голицыну не победить. Поощрять.